Привет, друзья! Сегодня мы проведем с вами обзор моего любимого отеля в Египте, который называется Султан Гарденс. Сегодня рассказать вам об одном из моих самых любимых отелей в Шарм-эль-Шейхе, Султан Гарденс Ресорт, 5 звезд, где мы с моей семьей отдыхаем уже второй год подряд и собираемся приехать сюда еще. В этом отеле есть три составляющие для нас очень важные. Самое главное – это пляж. Очень хороший заход в воду как с берега, так и здесь два понтона небольших. Хороший живой риф. Отличное питание в отеле – это второй параметр. И очень хороший сервис. У отеля два понтона, один плавучий, один стационарный. Между понтонами метров, наверное, 200 ширина пляжа, вдоль которой можно плавать с маской. И там находится прекрасный живой коралловый риф. Вот он, заход с берега. Расчищенный, прекрасный, для детей и для взрослых подойдет. Мне очень нравится вот это место, где коралловый риф, который находится прямо на пляже. Когда-то он, наверное, находился в воде. Подходит он прямо к морю. Очень красивое место для фотографии, обалденно. By the way, because I'm happy. Climb along if you feel like a room.
приезжать постоянно в один и тот же отель, однако сюда мы ездим постоянно.